Всем добрый день. Привет из Марьяновки. Сегодня понедельник. У нас очередной рабочий день. Плетение сетей. Нам нужна помощь, нужны руки. И чтобы кого-то заинтересовать, показываю, как мы все это делаем. Вот сегодня пришли в понедельник, тренога стоит, сеточка натянута. Садятся, кому удобно сидя, кому удобно стоя, кому удобно лежа, неважно. Вот сегодня мы вот до обеда сделали такой объем. Командует Рая. Да. Куда какие цвета вязать? Вот так это делается. Привязывается кончик. За кое-что. За кое-что. И зигзагом чик-чик-чик пошло. Один цвет, другой цвет. Пятно. Да. Вот так. Так. Вот зелененький кустик. Гала. Кусочек. Я там кусочек. Так, в субботу утром ушла машина с нашими гостинцами, с блинчиками, с закатками, с сетями. Мальчишкам понравились наши блинчики. Заказывают донецкие пацаны с фронта. Привезите блинчиков. Рая, скажи. Может, еще блины? Они очень вкусные. Теперь просят. Мы отправили запорожское и херсонское направление. Теперь просят ребята... Донецкое направление. Просим, кто сможет спечь блины, пожалуйста, просим, пожалуйста, спеките. Принесите сюда в Журавушку утром. Да. Мы намажем и в четверг отправим. Печь да. Ничем не смазывать? Нет, да. Ничем не надо. Просто горку блинов. Да. Да, а то я тут посмазывала, а девчонки потом их складывали трубочками и не могли друг от друга отлепить. Да. Вот, обращаемся все, ко всем за помощью. Мальчишки ждут. От нас, гостинцев. Просят блинов, да. Да, просят пожалуйста. Блинов. Галя, да? Да, 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 девочки. Да, Галя да. С утра дома плела, у нее дома на улице стоит такой станок. А сейчас сюда еще пришла помогать. Сейчас вот до обеда плетем, после обеда идем печь блины. Присоединяйтесь, девчонки.